Подобрать жилье, построить оптимальный маршрут, найти гида и выбрать интересные места для посещения. Все эти задачи можно будет решить в одном приложении. Со своим проектом Travelland студенты математического факультета СУГУ участвовали в двух стартапах-акселераторах. Прошли финал Иннополиса и полуфинал Высшей школы экономики. В команде 5 человек. За 2 месяца ребята планируют реализовать и выпустить свой продукт. С маркетингом им помогают эксперты точки кипения Владикавказ. Цель – развитие внутреннего туризма. Идея пришла во время посещения второго нашего туристического хакатона. Когда мы посетили город Ставрополь, у нас было перед соревнованием часов 10-15, и нам было интересно посетить какие-нибудь места, но мы ничего не могли найти нормального в интернете. Мы уже спроектировали саму архитектуру нашего приложения, составили базы данных, сейчас мы разрабатываем серверную часть и затем приступим к мобильной части. Также параллельно мы собираемся находить себе партнеров среди ресторанов и кафе нашего города. Мы должны понимать, в какой процент, так скажем, людей приезжает в какие месяца в республику, чтобы мы понимали, на какой бюджет запускать рекламу, какой будет трафик. Вот, поэтому сейчас мы знаем процент людей, посещаемости, где, когда, сколько это человек, и от этого мы отталкиваемся. Экодвижение «Сансара» возобновило работу после перерыва. Команда студентов СУГУ реализует разные инициативы в экологии. Они собирают пластик, стекла, высаживают деревья, проводят информационные и развлекательные лекции в учреждениях образования. В СУГУ ребята уже организовали раздельный сбор отходов, пункты сбора батареек, а также установили велопарковки. Я хочу, чтобы в мире был порядок в плане экологии. Очень сильно напрягает ситуация. Загрязнение среды и прочее. В процессе деятельности иногда я чувствую себя героем, так сказать, потому что наша работа направлена на улучшение всего. То есть экология улучшается, и в какой-то степени глубоко в душе я понимаю, что я делаю что-то благое. Главная цель экодвижения «Сансара» – это расширение экологической культуры. Не только в нашей республике, но и вообще по всей России. Потому что самая главная проблема экологии на данный момент – это не автомобили, это не огромные выбросы от промышленности, это не отходы. Самая глобальная проблема и самая такая важная – это незнание людей, что такое экология, почему экология – это правильно и как придерживаться этих принципов.